Администрация Владивостока проводит рейды по трассам, отремонтированным по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Благодаря ему в прошлом году во Владивостоке комплексно были отремонтированы дороги на Толстого, Волжской и Шуйской, а также построен новый мост через вторую речку в районе улицы Волжской. Специалисты профильного управления регулярно проводят проверки, а все выявленные замечания направляют подрядчикам для устранения. Контрактом полностью прописаны обязательства подрядчика по гарантийным случаям, выявленным на объекте. Эти обязательства сохраняются за подрядчиком. В случае выявления будут доводиться до подрядчика. Бывают и негарантийные случаи, тогда восстановление проходит силами дорожной службы. Один из таких примеров – поврежденные во время штормового ветра сразу несколько дорожных знаков на улице Толстого. Бригада муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» оперативно их восстановила. Знаки восстановлены после того сильного ветра, который был в городе. Количество их минимальное, это негарантийные случаи. В любом случае, те моменты, которые надо будет выполнить в рамках содержания, они будут систематизироваться и планироваться к выполнению. В ходе прошедшей проверки серьезных замечаний не выявлено. Дорожники добавляют, что уже в апреле стартуют проверки с участием общественных наблюдателей, которые проинспектируют состояние дорог после зимы. Добавим, что в этом году администрация Владивостока планирует существенно расширить реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги», дополнив три ранее озвученных адреса Никифорова, Сафонова и Героев Хасана еще 5 объектами. В их числе дороги на Авроровской, Иманской, Комсомольской, а также перекрестки на Адмирала Кузнецова, Адмирала Юмашева, Нейбута и Иртышская Гамарника.